12 февраля в мультиплексе Cinema Park, что в развлекательном комплексе Галерея Арт, состоялся закрытый показ скандального и в то же время лучшего фильма минувшего года «Волк с Уолл-стрит» в главной роли с Леонардо Ди Каприо. Как должен подавать себя, а самое главное, выглядеть «Волк с Уолл-стрит»? Об этом мы бы могли легко узнать со страниц глянцевого журнала Fashion Collection. Но мы пойдем другим путем и узнаем об этом и о многом другом на мероприятии «Волк с Уолл-стрит», организованным журналом Fashion Collection. Этот фильм был выбран журналом Fashion Collection не случайно. Очередной шедевр американского режиссера Мартина Скорсезе как раз о том, как человек шаг за шагом добивается большого успеха на финансовом поприще. Я Джордан Белфорд. В этом году мне стукнуло 26, и я заработал 49 миллионов. Метали, как дротики в мишень. Раз, два, три! Стоп. Безопасность — это главное. Безопасность превыше всего. Конечно. Мы дорожим своей репутацией. Много отзывов интересных, разных. Хочется самому посмотреть и составить свое мнение. А у вас есть какая-то своя формула успеха? Формула успеха? Ну, наверное, старание, желание и постоянное движение к успеху. Что вы ждете от такого мероприятия? Ну, я жду, прежде всего, море позитива, хорошего настроения. Ну, может быть, встретиться с друзьями, хорошо провести время, прежде всего. Как вы думаете, насколько хорош сегодня будет на экране Леонардо Ди Каприо? Как всегда, красавчик, я думаю, он будет просто супер. Мероприятие сопровождалось светской вечеринкой, куда были приглашены самые успешные люди нашего города. Стоит отметить, что кинопоказ проходил под эгидой успеха. В рамках вечера была представлена фотовыставка с портретами успешных лиц города Уфы, главным партнером которой явилась брокерская компания Forex Club. Только ваш интеллект поможет сделать правильный ход. Серьезное решение. Серьезные деньги. Начните на forexclub.ru. Доброго времени суток. Вас приветствует телеканал M-Television. Скажите, пожалуйста, что вообще вы ждете от таких мероприятий, когда приглашают, то есть журнал Fashion Collection? В первую очередь ожидаю праздника, чего-то интересного, чего-то феерического. И кульминации, конечно же, хорошие в итоге. Ну, я думаю, в первую очередь знакомство, узнавание хотя бы людей, потому что мы многие друг друга видим, знаем, но не здороваемся. Сергей, добрый вечер. Расскажи, пожалуйста, в чем для тебя состоит успех? Ну, на самом деле, нужно уметь осознавать свои ошибки в период наивысшего успеха и не поддаваться, скажем так, ну, соблазну успеха. Вот это, ну, самое важное. Ну, для меня это точно. Добрый вечер. Фильм, конечно, очень интересен. В фильме отражена история одного, ну, реального истории человека, который создал финансовую империю. Я, как сотрудник банка, также причастен к миру финансов. Я себя считаю довольно успешным человеком, но мне есть к чему стремиться, куда расти. И я думаю, данный фильм меня чему-то научит, к чему-то приведет, к каким-то благим мыслям, которые мне помогут в работе в дальнейшем. Перед показом гостей ожидал легкий фуршет от кафе «Ямайка», так что у многих приглашенных было время пообщаться и насладиться небольшим перформансом от журнала Fashion Collection. Праздничную атмосферу добавляли конкурсы и запоминающиеся подарки от журнала Fashion Collection и официальных партнеров мероприятия – компании «Банк Москвы» и брокерской компании Forex Club. Я просто очень счастлива, я рада, на самом деле это было большое везение. Спасибо большое Банку Москвы, спасибо большое Ямайке, спасибо большое Галерея Арт за такое гостеприимство, за прекрасный ужин, фуршет, все замечательно, все люди вокруг красивые, счастливые, улыбаются все. Огромное вам спасибо. Без сомнения, закрытый показ фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» оставит немало незабываемых впечатлений. Я на этой премьере был и остался в самом прекрасном расположении духа, в самом прекрасном настроении.